заказали доставку льда, потому что на кольце как 50 килограмм льда привезли, а на кольце как в Краснодаре, короче, душно. Прямо по потокам идем, по городу. Лихой по Енисею. Идем с Георгием Томасовичем. Идем на лодке. По городу прям. Спортивную лодку. Бомба. Всем утро добро, прогулялись по треку, с Гришей посмотрели задание, у Гриши майка козырная, покажи, Гриш, ну лютая, этот, духота, Гриш, да, вообще ужас, невозможно, кольце никого нету, погода, конечно, классная, но для автоспорта жарковато.